Всем привет! Вы на канале Оля Рейнбоу, меня зовут Ольга. И в этом видеоуроке мы с вами сплетем к Новому году вот такую вот гирлянду на елочку. Гирлянда состоит из разноцветных фонариков. И эти фонарики мы с вами сплетем на станочке Monster Tail. Ну что ж, давайте приступим! Итак, для плетения фонарика я подготовила станочек Monster Tail, крючок. И буду плести зеленый фонарик, поэтому я возьму резиночки зеленого цвета и резиночки серебристого цвета. Количество резиночек вы сможете посмотреть в описании под видео. Итак, давайте приступим. Возьмем зеленую резиночку. Нам надо ее накрутить 2 оборота. Накручиваем 2 оборота. И накидываем на 2 столбика, на вот это вот столбик. Когда мы будем накидывать, мы обязательно эту резиночку сейчас прокрутим восьмерочкой и на этот столбик. Вот мы накинули резиночку первую, затем мы накинем снова резиночку, прокрученную в 2 оборота, накинем на вот эти столбики, также переверну восьмерочкой. Вот. Вот так вот у нас получается наше начало. Затем мы накинем резиночки, прокрученные в 2 оборотика, на 4 вот этих вот столбика, на которых у нас уже имеются резиночки. Берем первую резиночку, прокручиваем 2 оборота и накидываем ее на 2 столбика. Так, берем следующую резиночку, прокручиваем 2 оборота, кидываем на следующие 2 столбика. Возьмем еще резиночку, прокрутим 2 оборотика, так, на эти столбики. И на последние 2 столбика. Накинули. Затем мы должны будем скинуть нижнюю пару резиночек с каждого столбика. Вот захватываем эти резиночки, придерживаем пальчиком верхние резиночки и скидываем на серединку. И с другой стороны. Так, снова развернем станочек. Вот мы все резиночки скинули и сейчас опустим все резинки вот так вот пальчиком к низу. Затем мы должны будем накинуть по паре резиночек на эти же столбики, на которые мы только что накидывали резиночку, прокрученную в 2 оборота, то есть по кругу. Вот. И скидываем нижние резиночки с каждого столбика. Так. Так, чтобы у нас оставались по 4 резиночки на столбике. Вот эти вот верхние. Пустим немножечко вниз. И скинем с этой стороны. Резиночки к низу. Затем мы должны будем чуть-чуть расширить наш огонек. То есть для этого мы возьмем с этого столбика, захватим верхние пару резиночек и накинем на соседний столбик. И на этом также само столбике вот захватываем верхнюю пару резиночек и накидываем на этот столбик. Вот мы переместили резиночки и теперь мы уже накинем по паре резиночек на все вот эти столбики, на которых есть резиночка. Обязательно сдвиньте по максимуму все резиночки, чтобы после того, как мы накинем резинки, у нас видна была граница, какие нам резиночки надо будет скидывать. Накидываем по паре резинок
на эти столбики. Вот. И затем мы скинем нижние все резиночки, которые у нас были на столбиков, на серединку. Здесь у нас 4 резиночки. Захватываем все 4 резиночки, скидываем. На этом столбике у нас 2 резиночки. Здесь у нас 2 резиночки. На этом столбике 4. На этом 2. И здесь 2 резиночки. Так, развернем станочек и снова сдвинем резиночки к низу. Теперь мы накинем по одной резиночке на все столбики по кругу. И скинем нижние резиночки со столбиков. Так. Разворачиваем станочек. И теперь мы уже возвращаем резинки, которые мы с вами вот расширяли, снова на те же столбики, с которых мы скидывали. Возьмем, захватим все резиночки с этого столбика, накинем на этот столбик. А с этого столбика мы перекинем на вот этот вот столбик. И теперь мы накинем уже серебристые резиночки, накинем их по одной штучке. Накинем их на 4 столбика. Так. И скинем нижние зеленые резинки. Опускаем вниз. И еще один ряд серебристых резиночек накинем. Накидываем следующий ряд. И скидываем резинки. Теперь мы резиночки с этого ряда перекинем на этот ряд. То есть, чтобы у нас резинки серебристого цвета были всего лишь на 2 столбиков. Накинули. Берем одну серебристую резиночку, накидываем на 2 столбика и скидываем все нижние резиночки со столбиков. Здесь у нас по 4 резиночки. И здесь у нас тоже 4 резиночки. И теперь уже эти резиночки мы можем перекинуть на крючок, сняв со столбиков, и вытягиваем наш огонек и затянем петельку резиночки, протянув одну через вторую, так вот изнутри, и затянув резиночку. Вот у нас получился вот такой вот очень красивый огонек. Так, вот наш огонек, который мы с вами сделали. У меня еще есть вот такие вот заготовочки, и сейчас мы их соединим вместе на одну такую вот цепочечку из резинок. Для этого я буду использовать резиночки темно-зеленого цвета. Возьмем одну резиночку. Сейчас мы будем использовать только крючок. Накинем эту резиночку, прокрути вот так вот восьмерочкой. Затем возьмем еще одну резиночку и просто протянем через эту петельку. Так. Сформируем такую цепочку небольшую. И теперь уже можно закреплять наши огоньки. Значит, накидываем один огонек
И берем зеленую резиночку, протягиваем эту резиночку через все наши резинки. Еще проплетем две резиночки. Раз. Два. Берем следующий огонек, накидываем эту петельку и проплетаем зеленой резиночкой. Накидываем еще две резиночки. Раз. Два. Накидываем уже такой вот фиолетовый огонечек. Снова накинем две резиночки. Раз. Два. И последний огонек, который у меня есть, это синего цвета. Снова закрепляем на цепочку. Раз. Давайте три резиночки проплетем. Два. Три. И эту петельку мы затянем на узелочек. И у нас получилась вот такая вот очень красивая гирлянда на елочку. Я надеюсь, вам этот видеоурок понравился. А сейчас давайте перейдем к нашим приветам. Хочу поздравить нашу именинницу Сашу Гугенфельд. У нее сегодня день рождения. И хочу тебе пожелать счастья, удачи, хороших и верных друзей, море подарков и отличного настроения. Это поздравление просила передать Кира. Также передаю привет Насте Гугенфельд, Диане и Карине Махмутовой. Привет от Киры Ване Маншиному. Привет Дарье Приваловой, Александрине Поздняковой, ее сестренке Соне, Алисе Солонкиной и подружке Даше Кошке, Анжелине Кирилловой и подружке Лисиной Алене. Привет летит Матвею и Полине Книга. Привет Ефремовой Олесе, подругам Алсуфьевой Насте, Крысоньке Элине и Осиповой Мариане. Привет летит Леонарду Заморенкову и его семье, Алине Ильясовой, Маше Синицыной, Саше Новикову и его племяннице Маше Путиловой, Арине Савельевой и сестренке Милане, Артуру Петровичу. Также попросили его поздравить с днем рождения. Артур, я тебя поздравляю и привет летит Ульяне Артуровной. Привет Вере Локтионовой от Леры Сыдниковой и личный привет летит также Валерии Сыдниковой. Мокру Даврамбекову, Юлии Потапкиной, Юлии Удачиной, ее сестренке Алене, Оле Ильницкой, Аделине Тимирбаевой, Уляне Макшаковой, Ксюшеньке Бекоевой, Соне Алимасовой, Ксении Гуд, Наталье Трухиной, ее сестренке Юле. На этом наши приветы закончились. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в моих новых видеоуроках. Всем пока!